тебе скажу, когда. Подожди. Итак, внимание, приготовили смертельный номер в усадьбе Суханова. И... Давай. Вау! Все, надо также научиться, понимаете? Надо также научиться. Слушай, ты молодец. Все, пошла памятник искать. Ну вот этот памятник. Раз можно зайти, то значит надо зайти. Веточка, конечно, это так красиво. А, так романтично. Ну что ж, все, снято. Все хорошо, тут вот можно зайти спокойно посмотреть, поэтому я не вандализмом занимаюсь. Вот, я все по правилам. Ой, лошадь, она идет ко мне. Я, интересно, боюсь лошадь? Лошадь, я, наверное, тебя боюсь, а ты, по-моему, тоже. Подумала, постояла. Шедевральный кадр просто, ребят, согласитесь. Привет, местный житель. Привет, местный житель деревни. О, деревне говорю. Усадьбы Суханова. О, у тебя еще и ремешочек есть. Да. Елка красивая, а за елкой у нас. Ну, вот так вот. Вы не находите, что в фонарях есть какая-то загадка. Такая собака на меня сейчас бежит. Как-то так. Не просто подписывайтесь, а смотрите мои видео. С вами была Лара Шум.